Тревожная кнопка водительских такси. Цифровой спецсигнал располагается в основном меню рабочего планшета или телефона таксиста. В случае опасности водитель нажимает кнопку. Далее с ним связывается диспетчер компании, после чего сигнал тревоги передается в управление полиции охраны. В данный момент кнопкой тревоги оснащены около 500 автомобилей такси в Одессе. В среднем в случае форс-мажорных обстоятельств полиции необходимо до 10 минут, чтобы приехать к месту назначения. Водитель сам выбирает, куда ему удобнее поставить кнопку, либо на рабочий аппарат, либо на свой личный. Наш программист разрабатывал эту кнопочку из-за того, что все-таки служба заказа – это чуть другое, это не инкассатор. Здесь водитель едет либо с клиентом, либо за клиентом. То есть и полностью интегрировать кнопку с самой полиции не получается. Теперь ждать, да, надо? Угу. Там идет автоперезвон. Звонят в диспетчерской. Узнать, что дело случилось. Вам уже приходилось нажимать на эту кнопку? Да. Сколько минут проходило? Ну, пару минут было. Ну, то есть, в принципе, недолго, да, не едут? Быстро, оперативно. Это вам звонят? Угу. С полиции? Пока диспетчер звонил. Угу. А кто должен? Диспетчер или полиция? Сначала диспетчер звонит, а сейчас они дадут на пульт сигнал. К нам поступает сигнал тревоги с автотранспортной компании. И, естественно, мы передаем ближайшему наряду полиции, который курсирует в указанном районе. То есть определяется местоположение этого подавшего сигнал автотранспортного средства и направляется наш наряд.